Педагог и воспитанники детского технопарка «Кванториум» стали участниками Всероссийского форума профориентации «Проектория». Он прошел в Ярославле. С чебоксарской командой познакомилась наша съемочная группа. Миша Кадилов и Стас Тунгулов учатся в 8 классе. В «Кванториуме» занимаются 2 года. На форуме «Проектория» они вместе с ребятами из других регионов выполняли задания на тему «Разработка мобильных накопителей энергии». Нам предоставила компания «Леотех» уже примерно готовый вариант накопителя энергии. Наша задача была оптимизировать его, то есть найти другие варианты, другие похожие варианты, то есть сделать за такую же цену куда круче вариант. Вмещало больше электроэнергии, было на выходе больше напряжения. Мы разработали 3 накопителя энергии, то есть для каждой сферы деятельности. И мы даже подготовили примерный план вывода его на рынок. То есть жюри это достаточно высоко оценило. Другой ученик, Артем Лукин, решал кейс на тему наноструктурированные электроды. Чебоксарские школьники работали по технологии материалов. Всего на форуме было 6 направлений. А их педагог Алексей Самсонов с коллегами из регионов ПФО разрабатывал кейс по профориентации школьников. Тема – транспортная система. Они, решая этот кейс, выполняя задание этого кейса, профориентируются в область работы автомобильного хозяйства, дорожного хозяйства, транспортной системы. Вот таким вот образом можно было бы повысить качество оказания услуг в этой сфере, решить проблему инженеров, которые проектируют дороги и мосты, например. Таким вот образом повысить привлекательность профессии дорожника. Помочь ребятам определиться с будущим и выбрать профессию мечты уже в школе. Так работают форумы и детские технопарки по всей стране. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.